представляю эту встречу. Да, Лёва, это Митя, Лёва. Лёва, иди здоровайся. Пойдем с Митей, с Беллой поздоровайся. Смотри. Лёва. Постеснялся. Лёва, я Митя. Митя. Лёва, Мита. Это Митя. Лёва. Лёва, это Митя и Белла. Смотри, это твои братик и сестренка. Это Белла. Это Митя. Застеснялся. Митя дает поиграть. Да. Белла, да, делится. Белла, возьми. Это он с тобой делится своими игрушками, значит, что все, он подружился с тобой. Поделился игрушкой. Помялась только чуть-чуть. Снимались? Все, сбежали сразу, пацаны. Гоу. А я ему говорю. Бы. Море, здравствуй, морюшка. Мама нас в камни какие-то привезла. Смотрите, какие здесь классные камни. Привет! 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 900 тысяч лет не было. Да, 3 года мы. Не, ну мы были в Сочи на море, но не купались. Здесь очень красивый сад. Очень классно, когда бассейн в таком саду расположен, есть тенечек, но минус то, что когда ветер, в бассейн все летит. У нас 2 раза в неделю чистят бассейн, и этого явно мало. Кто там? Колючка там, да? Он вспоминает, как Кирюша укололся. Ну-ка покажи, как ты плаваешь. Покажи, как ты плаваешь. Покажешь? Ой. Опа. Ой. Ну ты молодец. Вот это плавает. Ой, как здорово. Ой, как здорово плавает. Вот смотри, под. Слушай, ну классно, да, короткая даже лучше получилось, да, Кирюш? И что уже тут нет? Здесь вот такая зона детская, под зонтиком, куча игрушек, с машинкой. Скажи, машинка! Пошли, пойдем, мама с тобой. Ой, сейчас мама с тобой будет, да. А мама здесь будет лежать, загорать. Где-нибудь подальше от зонтика. Где вот этот игрушечный рай. Машинка какая классная. Дай маме машинку. Вау. Она же открывается еще, да, Лёва? И там еще одна машинка. Ух ты. Еще одна машинка. Машина. Как вы считаете, первым делом что я сделаю? Та-дам! Ура! Наконец-то мы встретились. 2,5 года мы ждали этого момента, и теперь это произошло. А вон там кто идет? Лёва! Лёва, эй! Все, идем отмечать.
да, ищите дома нас. Отмечать выздоровление, встречу, конец карантина. Что такое мы сейчас будем отмечать? Все будем отмечать. Не ждите нас. Ну что, я уже дома в ночи записываю для вас сторис тут под фонарем, чтобы сказать вам огромное-огромное спасибо за поддержку. Мне безумно приятно, я с таким отрывом просто лидировала, что даже не ожидала. Вы у меня самый лучший, еще раз убеждаю, что моя аудитория самая теплая, самая лучшая, самая активная. Спасибо большое. А счет мы разделили пополам. Каждый хотел заплатить сам за счет, но все-таки договорились поделить пополам. Это было все, конечно, ради юмора, но вам большое спасибо. Что, мы отправляемся в путешествие? Как настроили? Будем покорять Северный Кипр. Привет, ослик! Скажи привет, ослик! Кстати, у него зубы белые. Да, чистит морковкой. Лёва, как тебе ослы? Ты их немножко боишься, да? Это ослик, он любит морковку кушать. Не бойся. Да. Ой, испугался. Держи. Не бойся, Лёва, не бойся. Это всего лишь ослик. Вот, как здорово. Ну вот, мы приехали на край практически острова. Здесь очень крутой пляж. Видите, длинная береговая линия, золотистый белый песок, бирюзовое море и практически никого. Лёва почему-то всем начинает петь. Мусоровоз. Еще киска, да. В таком сейчас будем кафе кушать. Прям с видом на этот шикарный пляж. А потом пойдем туда купаться. Что такое? Что? Что с лицом? Киски. Ты любишь кисок, да? Когда хочешь Лёва сделать фото, вот так происходит. Лёва, ты где? Лёва. Лёва, что тебе включить? Кто там? Что тебе включить? Лёва, что происходит? Так, Лёва, нельзя братика обижать. Это теперь его коляска. Не? Ну как? Лёва, это братика теперь коляска. Уже салатик. Класс. Лёва, будешь салатик? Лёва, салатик будешь? Нет. Мы доехали до пляжа. Нашли какой-то подъезд. Здесь практически никого. Там кто-то вдалеке. И там кто-то вдалеке. Но фишка в чем? Фишка в том, что я обожгла ноги. Очень жестоко. Песок очень горячий. У Ильи с Кирюшей кроксы закрытые, поэтому им нормально. У меня мои тапочки не спасли меня от горячего песка, поэтому сейчас Кирюша мне передаст тапочки Ильи. Я в них пойду. Так, ну что, Лёва сейчас пойдет. Плавать идешь, Лёва! Здесь шикарно просто. Море просто шикарное. Единственное, что в этот раз волнуется. Когда 3 года назад здесь были, оно было просто кристальное, как озеро. Пошел брата раскапывать. В лицо только не надо, Левушка. Раскопал брата?
ребенок сегодня научился плавать на спине. Ну, практически. Мелковато, да? А здесь и детская горочка есть, Лёва. Не хочешь на малышковую? Тебе обязательно самую большую? Вот как это называется? Тика масала и пронкорм. Тика масала. А у меня пронкорм. Короче, с креветками. Какой-то соус. Рис чисто индийская. Кухня. У тебя пастри, да? Да. Прям очень вкусненько. Вот. У нас такой ужин. The best. Причем мы были в Индии, но не ели индийскую кухню. Вот. Удивительно. Ой, как много-то поместится. Ну надо ж, поместилось. Он же Лёва. Отдыхать, конечно, здорово, но осталось меньше месяца до школы. Начинаем в лайтовом таком режиме готовиться. У Кирюши впереди второй класс. Это, конечно, еще не старшие классы. Вот родителям старшеклассников, конечно, придется посложнее. Впереди экзамены ОГЭ и ЕГЭ. И тем не менее, несмотря на всю их сложность, я не считаю, что нужно запугивать и родителей, и детей, как часто у нас это любят делать, вводить их в стресс, потому что стресс ни к чему хорошему не приведет, а сдавать все равно надо. Родителям старшеклассников могу посоветовать Maximum Education. Это специалисты в области образования, которые обучают детей с 5 по 11 классы и как раз готовят к ОГЭ и ЕГЭ без стресса и с индивидуальным подходом. У них очень сильный преподавательский состав, а только 3 из 1000 становятся преподавателями максимум. При этом они проходят 4-этапный отбор, специальное обучение, а также каждый из них сдал экзамен и получил высокий балл. Все курсы максимум создаются большой командой отдела исследований и разработок. Дети занимаются по очень качественным и уникальным материалам. Такой ответственный подход дает возможность дать вам гарантии, что, например, 9-классники сдадут ОГЭ на 4,5, а старшеклассники поступят в ВУЗ на бюджет. Прямо сейчас у вас есть возможность оценить лично качество образования и преподавателей. По ссылочке записывайте своих детей на бесплатный пробный урок. Лёва, мороженое маме? Нет. Как нет? Ну дай маме, прямо чуть-чуть вот прям. Оно капает. Чуть-чуть, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, дай чуть-чуть. Спасибо. Поделился. Спасибо, Лёва. Спасибо, хороший мальчик. Спасибо. Скажи спасибо. За мороженое. Скажешь спасибо, скажи. Спасибо, да. За мороженое, да. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Нет. Ням-ням? Нет. Вкусное мороженое?
песок горячий, жуть. На пляже чуть-чуть лучше. Кирюша ракушки находит, камушки всякие. Ну, классно. Розичка прозрачная. Леву еле уговорили поиграть в песок, и то он даже не присаживается. Да, Лев? Он тебе отдает лопату. Лева, позови Белочку. Мишка. А Митю позови. Мишка. А Кирюшу. Митя. А Кирюшу позови. Смеюсь, знаете почему? Мама никогда не может приготовить борщ только в одной кастрюле. У нее всегда его получается слишком много. И она переливает во вторую. И это просто уже наша семейная шутка. Да, смотрите, какой классный. Ой, борщ вообще. Я очень попросила маму приготовить борща, потому что у нее самый вкусный борщ. Рецепт ищите у нее на страничке. Смотрите, какая вкуснота. А еще у меня к вам вопрос. Вы видели когда-нибудь такой огромный здоровый чеснок? Ну, чтобы вы понимали, вот так выглядит долька чеснока. Я вижу такой первый раз. Классно как. Давай, Лева, плыви туда. Плыви на глубину, давай. Опа. Сам. Давай, молодец. Плыви обратно. Плыви, плыви, плыви сам. Ручками помогай, ручками. Ножками молодец, надо еще ручками. Плыви, плыви, ручки, давай. Давай, ручки, давай, давай, давай. Молодец. Супер. У нас очередной поход в магазин. Вот это все, что здесь есть, вышло на 9000 рублей. Мне кажется, вообще отлично, нормально. Все набрали всякой турецкой еды. Вот сейчас будем вот так кушать. Сейчас турецкий рис. Там какое-то блюдо. Самое интересное, что вот к этому блюду тут какие-то овощи, котлетки, картошка. Бесплатно дают рис. И хлеб. Окорочка. Потом сыр фета, какой-то салат, закуска из баклажанов. Обожаю хумус. У меня прям... И какая-то местная закуска, которую очень советовала попробовать продавщица. А, и вот какая-то тоже еще тут закуска. Приехали к Рите в гости. Вот здесь такая красота. Особняк. Смотрите, с каким шикарным видом. Бугенвилия шикарная. В общем, вот так все красивенько. И пёсель уже такой большой. Вот только маленькая была. Снимаем ботиночки. Сможешь? Да. Лёва, нога не простая. Широты большая. Кирилл. Сейчас посмотрим, что там делают дети. Так, что вы тут делаете? Подтяжки. А где Лев? Нет, Лева тут. Я даже догадываюсь. Лева просто фанат комнаты Беллы. Посмотрите, у нее здесь просто рай. Детский рай, девчачий. Но
Лёва тоже все это любит, все эти. Я буду вот этой. Лёва заставил Митю играть с ним в домике. Смотрите, какой дом классный. Смотрите, какие куколки. Кто фанат Лол? Это? Песня. Нет, это не песня, это кухня. 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 Скажи, кухня. 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 Вкусно, да. На кухне готовить надо вкусно. Это кран. Нет. Кран. Угу. Это ты плиту уже включил, да? Там микроволновка. Лёва! Что? Ты купаешься? В домик? Всё, накупался? Что он кушает? Малину. Малину, да. А есть здесь белочка еще? Белочка. Белочка, а это зайчик. Даже зайчик. Зайчик. А это бабочка. Бабочка. А это цветочек. Цветочек. А это птичка. Птичка. Скажешь? Елка, да. Это грибочек. Баки. Это волк. А лиса где? Да, волк так делает. Упала. Угу. Упала. Упала, да. Покажи. Дятел. Дятел, правильно. Чё ты один? Один чё ты? А зачем? Один чё ты? И куда мы потом пойдем? Только что разместила полезный пост про аптечку, которую взяла с собой с детьми в путешествие. Там подробно все описала, что, зачем и почему. Считаю, что когда летишь с детьми за границу, то обязательно с собой нужно иметь какой-то набор проверенных средств. Про аптечку я вспомнила вообще за день до отлета, и меня очень выручила интернет-аптека ZdravCity. Берите себе прямо на заметку. Разом там все заказала с доставкой на дом. Также можно заказать в ближайшую аптеку. Очень-очень удобно. Вот так выглядит приложение аптеки ZdravCity. Здесь же можно посмотреть все актуальные скидки и акции. Вбиваем нужный нам товар в поиске. И приложение показывает разные варианты. ZdravCity, это очень удобно. Теперь не нужно бегать по разным аптекам в поисках нужных вам средств. Все можно заказать в одном месте. Вот ссылочка вам на ZdravCity. А еще есть промокод на скидку 200 рублей при заказе от 2000 на первый заказ. Пользуйтесь. Решили с детками прогуляться. Только вечером можно на закате же гулять, и то душновато. Гуляем тут по райончику нашему, вот прямо на соседней улице. Смотрите, какие красивые домики. Вон там. Приехали к морюшку, точнее пришли пешочком. Там где-то наша вилла подальше. Вот здесь пляжик. Да, домик, Лёва, правильно. Вон здесь какие красивые тоже домики, прям с видом на море. Сегодня вон море спокойно. Ой, там даже кто-то есть. Кто-то там даже.
фотографируется, кстати. О, там фотосессия. Ну вот мы дошли до морюшка, правда. Солнышко уже село, поэтому мы 5 минут и пойдем обратно. Горы. Пляж здесь, конечно, не для купания. Ой, песня. Молодец. Вот это энергия у тебя, сынок. Да. Блин, Лёва! Блин, Лёва! Блин, Лёва! Блин, Лёва! Блин, Лёва! Ну, блин! Высоко в горах, такой лес, смотровая. Смущает только одно во всей этой красоте. Вот это все. Прям печально всегда, когда такая красота, такая красивая природа вот так вот убивается мусором. Ой, блин, оса так испугалась. Оса, да. Мы едем где-то, не знаю, километр, наверное, над уровнем моря. Где-то в горах, просто в лесу в таком вообще. Я просто в шоке. Смотрите, вот там скала. Как? Дядя Митя. Дядя Митя, они все там 7 лет, его студенты. Дядя Митя, помоги, Саня, дядя Митя, помоги. Лёва, как тебе дядя Митя? Лёва, дядя Митя тебя катает в колясочке, да? Братик Митя. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could... На вилле есть такое чердачное помещение, жилое причем. Мы здесь не живем, потому что нам и так хватает места.
Сейчас вам покажу. Ну, именно отсюда открываются самые красивые виды. С одной стороны панорама на горы. Здесь и кухонка есть, и спаленка есть, санузел. То есть все есть, чтобы здесь тоже проживать. И вот самый красивый вид с этого окна спальни. Смотрите, какая красота. Море. Сегодня ветерок. Очень красивый вид. Проводим вечер в шикарном месте. Последний вечер Рита расслабляется. Завтра у меня стартует двухнедельный марафон с резинками, поэтому советую вам записаться обязательно. Сейчас буквально осталось последние пару часов записи, поэтому если вы хотите поучаствовать, прямо сейчас переходите в мой аккаунт и пишите мне в директ «Хочу в марафон». Маслины, смотрите, что ест человек. Маслины ест. Просто я в шоке. Показал, говорит, черника. Я говорю, это не черника. Он такой, все равно, побыть, говорит, побыть.